Сегодня у нас 26 июня 2015 года. Вот, это у нас поселок Потеряевского Мамонтовского района. Алтайский край. Вот сегодня 10:35 время. 35.11 дня. Вот сейчас идем смотрим. Тут у нас находится детский православный лагерь «Стан». Девочки, мальчики. Это у нас называется домик саманный. Он сделан из самана, но снаружи обложен кирпичом. Вот, сейчас посмотрим дальше. Вот крапивка выше человеческого роста, больше 2 метров. Сейчас посмотрим, чем они тут занимаются. Так, чем у нас тут занимаются ребятишки наши? Трудятся. Перебирают старую картошку прошлогоднюю от ростков. Здравствуйте, дядь Володя! Добрый день вам! Добрый день! Ростов похож! Вот. Аня, Аня, разговоров много, перебирай давай. Да голова! Да дай сюда! Дядь Володя, что вы такое делаете? Ну что, клади ее. Она... Нет, конечно, я же сказал, только гнилую выбрасывается. Это все обрежется потом, это выбрасывается. Дядь Володя, смотрите, самая сердечная картошка. Покажи. Кругом тут все у нас заросло. Прямо вот такая огромная, красивая. Да, ну вот такая. Вот так вот. Слава Богу за все.